Сегодня 7-я годовщина пожаров 2015 года. Это черная дата в истории региона. Огонь уничтожил более 1000 домов и унес жизни 32 человек. Трагедия разыгралась в воскресенье на Пасху. Теплая погода и ветер спровоцировали сильнейшие степные пожары. Вся республика стала чрезвычайной зоной. 38 сел оказались в огненной ловушке. Сгорело 1100 домов. Погибли 32 сельских жителя. Кого-то стихия застала во время отдыха на природе, кто-то задохнулся в своем доме. На трагедию откликнулась вся страна, а федеральный центр выделил средства на строительство жилья для погорельцев. Но стала ли уроком огненная Пасха? Большой вопрос. Противопожарная служба нуждается в усилении, средств на которое не хватает. А люди по-прежнему не страхуют свое жилье и, несмотря на запрет, сжигают прошлогоднюю траву. И вот свежий пример. Мы еще дом не достроили, у нас уже горит трава. Это крик отчаяния жительницы Кайбал, что под Абаканом. Кто-то сжигал мусор, после чего возник пал травы. Пожарные подоспели вовремя и предотвратили трагедию. Все постройки целы, никто не пострадал. Напоминаем, сейчас запрещено разводить огонь. Штраф за это до 4000 рублей.